Всем большой привет из Павлодара, меня зовут Ирина. Я рада, что вы заглянули ко мне на канал. Если вы здесь первый раз, то не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Основной темой канала является вязание спицами и немножко крючком. Сегодня я хочу предложить вам связать узор. Если в интернете вбить, то этот узор называется шиповник. В общем, я нашла схемку этого узора. Он вот такой вот ажурный немножко получается, с такими шишечками, да, как бы. Ну, в общем, вот такой вот рельефный и интересный узор. Он вяжется довольно просто. А значит, что касается раппорта узора, то раппорт узора 4 петли. И вот знаете, это тот случай, когда я не совсем согласна с схемой по рядам в высоту. И скажу, что здесь всего 4 ряда в высоту, потому что дальше все просто повторяется. Не знаю, почему на схеме так представлено, но дальше уже, если вязать именно по схеме и начинать повторять с первого ряда, то будет немножко несуразно как-то получаться. В общем, 4 петли и 4 ряда мы будем с вами вязать. Вот это у нас будет лицевая сторона, так выглядит. Вот это изнаночная сторона. Я для образца набрала 26 петель, то есть получается 6 раппортов у меня и 2 кромочные. И давайте начнем вязать. Значит, первый ряд мы с вами провязываем все петельки просто изнаночными. Первую кромочную я снимаю и вяжу просто все петли изнаночными. Вяжем до конца ряда полностью изнаночными петельками. Второй ряд. Кромочную я снимаю. Дальше из следующей петельки я буду сейчас вывязывать 3 петли. То есть я делаю, провязываю лицевую, не снимаю, делаю накид и еще раз провязываю лицевую. Вот таким образом. Дальше следующих 3 петли мне нужно будет провязать вместе. Но таким образом, как я вяжу петли, мне нужно их развернуть. У меня сейчас спереди находится левая стенка. Я разворачиваю петельки таким образом, чтобы у меня спереди здесь была правая стенка. И провязываю все эти 3 петли вместе, изнаночной. Это раппорт нашего узора. То есть теперь мы будем до конца ряда вязать. Провязываем из одной 3 петли делаем, лицевая, накид и как бы лицевая. Провязали. Следующих 3 петельки мы разворачиваем и провязываем изнаночной. Второй, да, раппорт. Опять следующую петельку провязываем из одной петли, делаем 3. 3 петли вместе изнаночной дальше. Опять из одной петли делаем 3. Лицевая, накид и еще одна лицевая из этой петельки. Разворачиваем. 3 петли вместе изнаночной, из одной вывязываем 3, опять 3 петли вместе изнаночной, из одной вывязываем 3. И последнее, да, завершаем раппорт, будем вязать 3 петли вместе изнаночной. И последняя кромочная изнаночная.
Второй ряд мы с вами завершили, разворачиваемся. И третий ряд мы провязываем изнаночными. То есть этот ряд, в принципе, мы всегда будем вязать изнаночными петлями. Получается, это лицевой ряд у нас. И мы просто провязываем все петли изнаночными. Это у нас третий ряд. Довязываем его до конца просто изнаночными петельками. И будем вязать с вами вместе четвертый ряд. Приступаем к вязанию четвертого ряда. По сути, у нас четвертый ряд будет заключаться в том, чтобы у нас вот эти вот шишечки были, да, в шахматном порядке. То есть теперь мы будем, если во втором ряду мы с вами провязывали, сначала делали, вывязывали 3 петли из одной, а потом делали 3 вместе, то теперь мы будем делать наоборот. То есть в этом ряду мы будем провязывать сначала 3, кромочную снимаем, провязываем 3 петли вместе изнаночной, так, из одной петли следующей вывязываем 3. Вот наш раппорт. И так повторяем до конца ряда. Три петли вместе изнаночной. Из одной вывязываем 3. Опять 3 петли вместе изнаночной. Из одной вывязываем 3. И так вяжем до конца четвертого ряда. Вот, мы с вами провязали 4 ряда в высоту, и дальше будем повторять с первого ряда. И будет у нас получаться с вами вот такой вот интересный узорчик. Друзья, я надеюсь, это видео вам было полезным. Поставьте лайк, если вам понравилось. Не забудьте еще раз подписаться на канал. Я буду с вами прощаться. Всем пока, ровных петелек и до скорых встреч!